Сейчас мастер Хигона продемонстрирует основные приемы применения ката суримпи. Эти базовые техники являются оригинальными техниками, которым обучал мастер Чоджу Мияги, и они были переданы мастеру Хиге, мастера Маничи Мияги, пожизненным учителем мастера. Когда противник захватывает запястье, разведите руки и потяните противника вперед. Выполняйте контратаку, как показано на рисунке. Мастер Хигоа демонстрирует блокировку. Поймай руки противника, нанеси удар в горло и пах, затем оттолкнись. В этом приложении внимательно наблюдай за тем, как правая рука блокирует и наносит удар одним движением. На экране показан замок, и нанеси кейкокёну удар одним суставом кулака в сторону. Это та же самая техника, но под другим углом. Наблюдай за тем, как он ловит и вытягивает вперед руку для нанесения удара, а затем направляет свой удар в чувствительную точку на боковой стороне тела. В этом приложении мастер Хигона блокирует нас в движении резака. Затем, следуя этим движениям по мере того, как они выполняются в резаке, он противостоит своему противнику. В этом приложении используется комбинация ударов ногами. Первый удар ломает хватку противника. Прыжковый удар направлен вперед, а не вверх.
Теперь повторите ту же технику под другим углом. Обратите внимание, как левая нога наносит удар в пах перед тем, как другая нога нанесет удар. Приложи бьющую руку противника и вытяни ее вперед, потянув противника на ногте. Бейте. Уходите. В этой технике обратите внимание, как левая рука использует мягкое плавное движение, чтобы отклонить удар в сторону. Второй удар блокируется и уклоняется, когда мастер пригибается, готовясь к контратаке. Теперь повторите ту же технику под другим углом. Обратите внимание, как Масти Горна накрывает правую руку противника левым кулаком.